Всем привет! Сегодня хочу приготовить вкусный и простой ужин. Это куриные крылья на огне из саджи. Все ингредиенты, которые потребуются, сейчас появятся здесь на экране. А мы приступаем готовить. Разделываем крылья, краешки отделяем, они нам не нужны, а крылья разделяем на две части. Крылья вымыли, обсушили и теперь надрезаем ножом для того, чтобы пропитались маринадом. И теперь добавляем сюда ароматную адыгейскую соль. В ней уже есть специи. Все делаем по вкусу. Солью посыпали. Теперь выжимаем сок лимона. Перемешиваем все тщательно и убираем в прохладное место часа на два. Ну и по традиции разжигаем огонь, чтобы нагрелся садж. Помогает нам в этом газовый баллончик. Незаменимая штука. Пока садж нагревается, добавляем растительное масло. Так, чтобы было комфортно обжаривать крылья. Масло раскалилось, выкладываем обжаривать крылья. Будем обжаривать двумя партиями. Обжариваем до румяной корочки с двух сторон. Первая партия готова. Сейчас будем обжаривать вторую партию крылышек. А на гарнир крылышкам у нас будет картофель с луком и с грибами. С грибочками и с луком готов. Теперь выкладываем обратно крылышки и подогреваем их. Ну что, вот и готово. Картошечка и крылышки куриные на саджи на огне. Давайте пробовать. Черный хлебушек свежий, огурчик, и крылышко, как KFC. Очень вкусно. Помидорчиком закусываем, с адыгейской солью, очень вкусно. Вообще, во, ужин удался. Поэтому, кому понравился рецепт, соответственно, ну как обычно, поставьте лайк, не забываем подписаться на канал. И всем пока!